Бродячие животные в городе – давняя проблема. Случаев, когда бездомные собаки нападали на людей, в Твери, к сожалению, немало. Впрочем, всех безнадзорных четвероногих едва ли можно записать в ряды вредителей человечества. В весеннюю пору зов природы берет свое, и даже домашние питомцы убегают от своих хозяев. Но где искать пропавшую собаку? Этим вопросом задались тверитяне Александр и Елена, которые помогали своему другу в поиске четвероногих друзей. Знакомый потерял двух собак, у него убежали две собаки, обратился в САХ, куда ему сказали, что возможно, что если был какой-то отстрел собак, увезли их на городскую свалку. В воскресенье хозяин отправился на свалку, но не нашел свою пропажу. То, что он обнаружил, его просто шокировало. Около 20 трупов собак были свалены в большую кучу. Эту жуткую картину тверитяне сфотографировали и выложили в социальные сети, чтобы привлечь к этой теме внимание общественности и призвать к ответу соответствующие структуры. Некоторые кадры, по словам Елены, и вовсе бросают в дрожь. К сожалению, я не смогла эту фотографию, он не скинул, у которой был видимо, она вырывалась от них, и перевязали ей железной проволокой острой, что она вот как бы валяется мертвая, там вот у нее горло обвязано вот этой железной проволокой. Все фотографии руководство МУП «Тверь спецавтохозяйство» оценило как фальшивки. Даже если где-то и были сделаны эти кадры, то никак не на городской свалке. Это фотографии, не имеющие, похоже, никакого отношения ни к нашему объекту. Сегодня был произведен дежурный обход. Никакого подобного ничего, что было на фотографиях, на объекте не найдено. Кроме того, простой человек, по убежденности сотрудников Тверь спецавтохозяйства, на территорию свалки попасть не мог. Более того, посторонние лица на территорию свалки проникнуть не могут. Но в эти слова поверить трудно. 27 февраля утром так называемый дежурный обход начали журналисты, а до этого на территории объекта неоднократно бывал хозяин пропавшей собаки. По словам Елены Михайловой, попасть на свалку оказалось совсем несложно. На пути никто не стоял, как бы свободный путь, как бы никто ничего. Да, никто ничего ничем не интересовался, просто как бы проехал и все. Хозяин пропавшей собаки привел журналистов к большому сугробу. По следам от трактора нетрудно догадаться, что этот снег сгребли относительно недавно. А с обратной стороны из этого снежного кома торчат уши, лапы и хвосты как минимум трех собак. Дальнейшие комментарии, видимо, излишни. Алиса Титова, Станислав Конышев, РЕН-ТВ «Пилот».